было, включил игру Rise of Legends, и что мне... Я не мог перебороть чувство отсутствия интереса. Чувство скуки. Играть. Ничего не интересно. Нужно найти какой-то в жизни кайф. Иначе это вообще пиздец. Как прожить? Вообще не интересно ничего. Трещу один раз на ночь, чтобы уснуть. Трещил, короче, на эту Сашу Грей. Ну, не на видео, а на фотке, где она в эротическом, ну, в стиле эротики, типа сиськи, ну, или там жопа видна, и она в черном там. Причем, знаешь, даже дрочил так. Ну, лёжа, на кровати, типа, чтобы уснуть. Ну, это чтобы способствовало уснуть там просто. В том числе таблетки. Причём, знаешь, так, типа... Осознавая, что это не особо-то интересно. Что это так надоело, эта хуйня. И если ебаться... Это поначалу будет интересно, потом тоже надоест. Все надоедает. Это ебаная жизнь, блядь. Блядь, надо какое-то счастье найти. Что-то, что дает счастье. Если вообще это возможно. Вот бухать мне не дает счастья, на самом деле. Оно невкусное, это бухло. И... Ну, ты, типа, начинаешь себя вести как придурок, да. Точнее, неважно, короче, как или никак. Ну, ведешь себя как придурок. И... Ну, чё, блядь? Ну, это... Неинтересно. Смотреть YouTube неинтересно вообще. Про плоскую землю было интересно смотреть. Каждый выпуск смотрел, дизлайки ставил на каждый выпуск этому блогеру одному, который забанил мой канал, блядь. Где я... Он, блядь... Ну, он этот... Ну, там, в общем, есть инфа про него, что он кем работал. Понятно, конечно. Понятно, что он всем угрожает, кто его хейтит. Угрожает их посадить, там, забанить, вычислить. Потому что у него база данных есть, потому что он работал кое-кем. Просто меня поразило, что конспиролог из Сибири, который пишет гейские стихи, и еще при этом он полицейский, блядь. Такого сочетания я никогда в жизни, никогда бы, ну это просто вдумайся, само сочетание четырех этих фактов, ну, охуеть. Мне кажется, у него, ну ладно, он еще меня, блядь, засудит за это, вычислит, блядь. И он, кстати, агрессивно относится к ученым очень, которые ему нормально пытаются. Я там смотрел старые его стримы с учеными, и они нормально ему объясняют. Они просто не могут ему объяснить, потому что он уперт в своем вот этом мнении.
Я поначалу подумал, что он гопник какой-то. Потом я стал смотреть про науку, там, что они изобрели. Они действительно нихуя хорошего не изобретают для людей, чтобы жизнь людей стала легче. Хотя могли бы. И ему там эти вот, ну, ребята, кто не ученые, ну, да, ученые, ну, как бы, да, пояснили ему все четко. Все нормально объяснили, и я после этого перестал верить в плоскую землю. Хотя там видос был, типа, разоблачающий этих ученых. Ну, который занимается космосом. Они вполне четко все нормально объяснили. И они не могли объяснить ему там, где просто он как бы на своем уперт. И ему невозможно объяснить. И мне действительно было интересно их послушать, кстати. В том видосе. И после этого я перестал верить в плоскую землю, что космоса не существует. Да и потому что он еще. Да похуй то, что он там меня забанил, я забанил мой канал, где выкладывал его видосы, восхищался им. Потом я узнал, что он полицейский. Меня отпиздили полицейские. Я юмористический видос от души выложил. И он так обозлился. Я ему написал положительный комментарий, типа, молодец, там, классно разоблачил космонавтов. А он мне стал угрожать. Короче, как, знаешь, как полицейский, типа, власть имущий, имеющий. Просто лизину угрожает, типа, я. Так ты так знаешь, так высокомерно вообще разговаривают. И вообще удивительно, как его до сих пор еще не забанили, не посадили, не оштрафовали, потому что он Навального посадили, например, а этого ничего ему не сделали. Наверное, тоже наводит на какие-то подозрения. Невозможно высказывать свои мысли в разрез государству. И не быть репрессированным. А он не репрессирован нисколько. Вот это наводит на мысли тоже, что как так-то. И я там в паблике его когда там что-то выкладывал, творчество. И, кстати, вот эти вот плоскоземельцы, они там грубые очень ребята. Попадались мне, а какие-то агрессивные, вообще просто агрессивные очень. И, то есть я был плоскоземельцем, и меня же хейтили. Просто они сами по себе такие ну, попадались там злобные и агрессивные участники сообщества. Ну, такие неприятные люди. Тоже разочаровало. И еще там был, есть паблик, который скурвился. Конспирологические мемы для элиты всех сортов. Они, кстати, тоже. Там, в общем, один этот, который паблик создал, он, ну, гетеростического такого вида. Я типа, восхищался и говорю, как ты можешь так вот быть, типа, националистом, там, расистом, плоскоземельцем, конспирологом, и при этом, так смело скажешь, при этом ты выглядишь так, ну, такой, у него фотки такие женоподобные, там, типа, ну, как бы, как сказать, типа,
цивилизованный такой человек, европейский. Я выкладывал охуительные мемы в его паблик в начале, когда он был еще. И там дохуя лайков было, и тоже на комментариях, потому что от души делал. А он на меня начал выебываться, и меня, ну, короче, что-то начал доебываться, что-то выебываться на меня, угрожать, что забанят. Я разочаровался тоже в этом. И он потом скурбился стал. Сам он выглядит уродливо. Там, когда он начал видеоблог свой снимать, он уродливая рожа такая. Ну, типа Нави ставил такие фотки, чтобы скрыть свою уродливую харю. И он просто скурвился там, хуйню всякую выкладывает. И самих косоземейщиков сам же и высмеивает там, постит, ну там контент такой. Короче, предал он косоземейщиков, ну, конспирологов, которые. Короче, просто какую-то хуйню выкладывает. Надо найти какую-то страсть, какую-то что-то вот чтобы вывело из апатии. Я просто чувствую сонливость, хочется просто лечь спать, проебать этот день еще один. Просто мои дни проходят, проебывают жизнь пустую, вообще ничего не делаю, ничего не делаю, не развлекаюсь, ничего. Ничего не интересно вообще на компе. Лучше спать лягу. Сплю. Потом проснусь, блядь. Было бы интересно делать игры, но программиста хуй найдешь. Уже и игры не интересны, потому что бессмысленно их делать, просто пустую делаешь. Спать лягу. Забудусь, блядь, сном. Не буду пить кофе. Вот, например, этот шнур, который
пел там про Хлоу, про мат. Вот он, типа, баб всяких находит, певичек, и с ними, чтобы поебаться, ему нужно поебаться, блядь, он делает их, как бы, участницами своей группы. А эти бабы его кидают потом. И, получив популярность после выпуска клипа, посылают его нахуй и своей сольной карьерой начинают заниматься. Там, я их не знаю, не слушаю, наверное, не знаю, кто их слушает, блядь. И он с такой, ну, он типа разочарован, такая рожа у него грустная. Блядь, тебе не заебало ебаться за столько лет-то, блядь? Тебе не надоело ебаться? И еще, чтобы поебаться, ему нужно бабу сделать камео своей группы, блядь. Какая же хуйня. Зачем вообще тратить силы, чтобы найти бабу, чтобы поебаться? Неужели не надоело? Неужели не нас-то пиздило их? Особенно в России. Thank you.
этот солист группы Наив тоже съебался, он съебался из России в Америку. И тоже грустный. И он тоже пел песни там про то, как баба его кинула, и ему хуёво, а её не ебёт. Не заебало, тебе не надоело, одно и то же ведь повторяется уже 1000 раз. И поебался, тебя баба кинула. И ей еще тебе говно сделала. И ты охуеваешь. Тебе не заебало. Можешь, кстати, пересилить себя и мне кажется, не понравится. Пойти где-нибудь найти противника по. Ну, найти кого-нибудь по. Не знаю, мне как-то будет, наверное, неприятно очень. Слегка поебалу дать там или леща дать. Так, ну и съебаться или. А может бабе по жопе шлепнуть и съебаться. Может мне это даст какую-то эмоцию какую-то, блядь. Мне кажется, ничего не даст. Потому что у меня нет никакого желания. Это еще проблем каких-то себе на жопу. Может начать пиздиться и. Не знаю. Ничего не.
хейт, короче, вечером. Типа, увидеть кого-нибудь алкаша и попробовать ему пизды дать. Ну так, слегка. Подраться с ним. Но если сейчас съебаться, если смогу. Хотя вряд ли она долгая. Да и не знаю. Попробовать, может. Может это даст мне какой-то вот интерес к жизни, не знаю. Я просто не знаю, что здесь еще может дать интерес к жизни. Ничего. Здесь нихуя нет. Ни любви. Никаких случаев, ничего. Это слишком опасно. Скорее всего, будет просто угрызение совести после этого всего. Просто я вообще не знаю, чем еще тут заняться. Сыр. Не, все-таки думаю, отпилить. Никакого счастья не даст вообще.
могу заканчиваться. Вообще будет пиздец хуево. Если ебаться, то это тебе мозги будут ебать, а сама ебля тебе надоест. А мозги вот тебе так будут ебать, что ты последствия будут серьезные. Это ж надо. Послушаю про космос. Еще про космос.